Кто победит в заезде? Новенький Hyundai Ioniq 5N или же Mercedes AMG GT Coupe 63? Ответ мы получим лишь после серии заездов на 400 метров. Я Мэтт Уотсон, и вы смотрите CarWow. Сегодня я за рулем Hyundai Ioniq 5N, у которого два электродвигателя, один спереди и один сзади. Тут полный привод. И все это в сумме дает ей 650 лошадиных сил и 740 ньютон-метров момента. Но и весит автомобиль 2,2 тонны. Благо, такой вес хорошо сказался на его цене. 65 тысяч фунтов. Грубо говоря, это 100 фунтов за одну лошадь. Дешевые нынче лошади. Ну что ж, пришло время узнать об этом AMG побольше. Его сегодняшний водитель достаточно опытен в смотрении на поезда. Здравствуй, Фрэнсис, как ты? Привет, Мэтт, я в норме. Как тебе в машине? Я будто в ракете сижу. Да, я заметил. А характеристики ракеты ты знаешь? Ну, конечно же, знаю. Я ведь подготовился, а потому кое-что запомнил. В общем, у этой машины 585 лошадиных сил и 800 ньютон-метров момента. Полный привод, 9-ступенчатая КПП. А еще мне кажется, что мое тело вдавит в сиденье, когда я начну разгоняться. А стоит она 160 тысяч фунтов. Весит 2 с чем-то тонны, вроде все так. Я думаю, что его машине будет стыдно проигрывать моей электричке. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. И на колокольчик также нажмите, чтобы получать уведомления о наших новых увлекательных роликах. Пришло время начинать. И вначале мы, как обычно, проверим, как звучат наши машины. Ты в этот раз первый. Кажется, я слышал ограничитель, но в целом звучало-то неплохо. Кажется, звук шел из динамиков. Ну, я смог все услышать. Поверь мне, некоторые машины звучат гораздо хуже. В целом неплохо. Однако дальше будет еще интереснее, потому что теперь моей машине надо издавать звуки. Из динамиков или нет, но тут есть некая имитация звуков ДВС. Думаю, нам стоит это проверить. Что же, давайте нажмем на эту кнопку. Итак... Давайте проверим, на что способна эта машина. Надеюсь, ты услышал хоть что-то? Как в старом Need for Speed. Ну, в этом я сомневаюсь. Но давай уже выясним, кто же из нас самый быстрый на дистанции в 400 метров. А можно мне уже снять эту GoPro? Можно ведь? Разумеется, это же небезопасно. Снимай скорее. Ну что же, пора начинать. 3, 2, 1... Кажется, его дела плохи. Отчаянный смех. Ну, привет. О, нет, он догоняет меня. Да что это за заезд-то такой? Боже мой! О, это был интересный заезд. На старте я был лучше тебя, но после ты начал потихоньку меня догонять. Я думал, что ты обгонишь меня, но этого так и не случилось. Ты мою руку видишь? Да, вижу. Тебя буквально трясет. Ну, ты не переживай так. Еще привыкнешь. Ну что, проедем еще разок? Ну, конечно же, погнали. 3, 2, 1. О, боже мой! А он отлично начал. Простым этот заезд точно не будет. Он догоняет меня! Что происходит? Он колдует! Он точно колдует! А ты отлично начал в этот раз. Спасибо, Мэтт, ты тоже хорош. Это был невероятный заезд. Я уже было думал, что выиграю у тебя, но не вышло.
Честно говоря, я был уверен, что ты победишь. Ты так отлично начал. Прекрасная реакция. Но в итоге победил я. Я практически уделал тебя. Нет, на самом деле, еще бы немного, и он точно бы выиграл. Так что это было невероятно. Так кто же в итоге победил? На повторе стало ясно, что победителем стал Хёнда. Все же обогнал Мерседес в последнюю секунду. Обе машины завершили заезд на 400 метров за 11,4 секунды. Хотите продать свою машину легко, просто и по хорошей цене? Тогда переходите на Carvau, где вас уже ждет более 4000 доверенных продавцов на нашем онлайн-аукционе. Для начала подтвердите, что именно вы являетесь владельцем автомобиля. Затем расскажите нам о нем побольше и загрузите несколько его фоток, дабы мы помогли вам определиться со стартовой ценой. И больше от вас ничего не потребуется. А после ваша машина станет лотом на нашем онлайн-аукционе. По его окончанию вы первым узнаете о результатах, а покупатель получит свой лот без переплат и с бесплатной доставкой. 93% пользователей отметили, что только на Carvau им удалось продать машину по лучшей цене. А самое лучшее то, что наш сервис абсолютно бесплатен. По ссылке в описании или из закрепленного комментария вы сможете попасть прямо на Carvau, где вас ждет уже более 4000 продавцов, готовых купить именно вашу машину. Или вы можете воспользоваться подсказкой, что так удачно появилось на экране. Или же просто загуглите «Помоги мне Carvau», и мы поможем вам продать машину легко, просто и по хорошей цене. Вернемся к заезду. Ладно, Фрэнсис, сейчас мы поедем со скоростью 50 км в час. Начнем мы со второй передачи. Переключаем передачи вручную. В общем, гони и не забывай о переключениях. Ты ведь не в электричке. Ладно. А знаешь что? Я тоже буду вручную переключать передачи. Ведь эта машина может имитировать восьмиступенчатое КПП. Вот и узнаем, как это. Для этого Hyundai они собрали нечто вроде восьмиступенчатое КПП. Звучит, конечно, дико. Что, сцепление тоже имеется? Ну, они говорят, что тут все это есть. Звучит одновременно круто и тупо. Нужно проверять на практике. Поехали. 3, 2, 1, погнали. Начал за здравие! Мы так близко! А на четвертую он вырывается в лидеры! Боже мой, ничего себе! В этот раз, без сомнения, победа за ним. Я его уделал! Все же заезд на 800 метров — это вам не шутки. Победа твоя. Вначале мы еще шли нос к носу, но на четвертой передаче ты вырвался в лидеры с концами. Ты молодец. Ты очень точно описал заезд, Мэтт. Слушай, а давай проедем еще разок. Зачем, спросишь меня? Потому что в ручном режиме эта машина медленнее, чем в своем стандартном. Да и к тому же, когда я в обычном режиме, я могу воспользоваться кнопкой ускорения. Мне очень хочется ее опробовать. Так что давай еще. Ладно. Кажется, он намерен жульничать, я уверен в этом. 3, 2, 1, поехали. Жмем на кнопку. Как говорится, почувствуй разницу. О нет, Мэтт победит в этот раз. Вы только взгляните на него, вау! Да почему он такой быстрый? А я могу еще раз нажать на ускорение? Нет? Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Все равно выигрываю. Этот заезд отличался от прошлых, да? Разница была видна сразу. Ты откуда-то достал еще 100 лошадей или как? Пришло время проверки тормозов на скорости 160 км в час. Чья машина остановится первой, та и победит, что логично. Ну а если вы хотите посмотреть другой заезд, то найти его вам помогут подсказки на экране или же QR-код, отсканировав который, вы перейдете по ссылке прямо на ролик. Или же можете узнать, кто из нас победит сегодня. Мы начинаем! Я в шоке, ведь мой электромобиль уделал твой АМГ в проверке тормозов. Невероятно! Прости, Мэтт, мне нужен перерыв. Я еще ни разу не тормозил на такой высокой скорости. А, чувствуешь адреналин, да? А знаешь, что еще выработает тебе адреналинчику? Иди-ка сюда на пассажирское. Так точно. Готов? Ага.
Три, два, один, вперед. О, боже мой! О, боже мой! И это пи***ц! А теперь взгляни на это. Данный электромобиль может имитировать работу АКПП и переключение передач. Для этого нужно нажать сюда. А теперь просто смотри. Вот первая передача. Чувствуешь разницу? Это так странно. Волосы дыбом. А ведь ты даже выхлоп слышишь. Правда, из динамиков, но все же. Ощущается очень похоже на правду. Это безумие, не правда ли? О, я просто в шоке. А как им это удалось? Хочешь прокатиться на этой машине? А я могу? Мне правда можно? В смысле? Может, устроим заезд? На 400 метров? Да, было бы неплохо. Потому что разница между пассажиром и водителем в плане ощущения машины абсолютно разная, поэтому я хочу за руль. Мне кажется, без этого тест будет незаконченным. Ну, значит, я пересяду за руль твоего АМГ, и мы устроим наш последний заезд. Три, два, один. О, начало непозитивное. Может обогнать. Начали мы нос к носу. Ну же, Мерседес! Едь быстрее! Давай! Ого! Ну ничего себе! Ого! Вот это да! Слушай, Фрэнсис, ты просто великолепен. Этот заезд войдет в легенды. Мы шли нос к носу. Не было понятно, кто же победит до последнего. Ты столько раз заставил меня переживать. Это было просто изумительно. Да, мне тоже понравилось. Идеально, этот заезд был идеальным. Да, именно таким он и был. Огромное спасибо владельцу этого Hyundai, что разрешил нам его опробовать. Он реально крут, как и наш второй водитель. Ведь он хорош не по годам. Огромное ему спасибо за участие. Надеюсь, ему все понравилось. И он провел время хорошо. А если вы, в свою очередь, хотите посмотреть другие наши ролики, для этого переходите по подсказкам на экране и заглядывайте на Carwow, дабы сравнить результаты заездов всех автомобилей, что в них участвовали. Спасибо за просмотр.